Всем привет, и игра, которую я хотел бы вам сегодня еще показать, называется Reckless Adventure. Данная аркада сделана компанией Namco, которая известна своим Pac-Man, и игра действительно получилась достаточно интересная, качественная и очень яркая. В этой игре мы будем играть за миленькую белочку, и придется нам пройти целую кучу миссий в различных совершенно мирах, странах, или не знаю даже, как это назвать. Я дошел уже до третьей миссии, и именно с нее мы и начнем. У вас имеется три мини-задания, за которые вы можете получить дополнительные цветочки. Наша белочка очень любвеобильная, очень любит окружающий мир, любит цветы, и вам необходимо помочь ей преодолеть все это расстояние. Управление здесь осуществляется вот таким вот образом, то есть в любой части экрана вы вводите пальцы, и белочка на соответствующее расстояние будет смещаться влево-вправо, вперед или назад. Вам необходимо оббегать все препятствия, которые здесь имеются, оббегать диких животных, которые будут мчаться вам навстречу. Также здесь еще будут вот такие вот дикие птицы, которые будут ходить, не знаю как, вдоль дороги и тем самым создавать вам препятствия. Если вы врежетесь в них, то вы, к сожалению, проиграете, но сможете за цветочки продолжить игру, конечно же, но цветочков нужно будет очень много, поэтому рекомендую лучше вообще не врезаться. Также по мере движения на трассе вам будут попадаться вот такие вот золотые кулоны. Их самое главное нужно собрать. Чем больше вы их соберете, тем лучше результат вашей игры будет в конце, после того, как вы пересечете финишную черту. Я собрал уже два, и вот он третий, последний, и благодаря этому я прошел данную миссию на три золотые звезды. Игрушка очень крутая, очень яркая, понравится как взрослым, так и детям. В начале, кстати, присутствует очень хороший мультипликационный ролик, который повествует нам о сюжете данной игры. Однозначно советую, качайте и пройдите вот этот вот мега крутой гигантский мир. Ну-ка, листайся, который приготовили для нас эти потрясающие разработчики. Игрушка совершенно бесплатная, и я думаю, в принципе, без доната ее можно будет совершенно легко пройти.